Приветствую вас на своем канале. У микрофона Даниил Добро, канал Быстрый ПК. В этом видео я вам продемонстрирую несколько видеоигр. Звук я наложил свой, чтобы не было проблем с авторскими правами. Имеется в виду музыку, под которую все будет сейчас. Мы будем смотреть, это будет все взято из библиотеки YouTube. Немножко расскажу про каждую игру. Первая игра что-то типа киберпанка. Тут нужно делать какие-то квесты, проходить, исследовать мир, общаться с персонажами. Как мы видим, игра на русском. И, как мы видим, достаточно высокий FPS. Ну, конечно, графика, на мой взгляд, тут простовата. Следующая игра у нас что-то про кубики, какой-то такой вот кубический мир. Здесь у нас тоже, типа, в общем-то, обычный платформер со своей механикой. Если честно, так я до конца с этой игрой не разобрался. Как именно делать длинные прыжки. Ну а последняя игра мне больше всего понравилась. Она простая, я ее достаточно быстро прошел. Но ее плюс главное, то что она как-то вот расслабляет, такая вот своя у нее атмосфера. Управление в данной игре с помощью мышки. Нужно цепляться за блоки, которые взлетают, квадратики. Такая вот интересная графика, высокий FPS. Судя по всему, данная игра пойдет на большинстве, наверное, компьютеров без особых проблем. Потому что явно не требовательна к ресурсам. Но достаточно красивая. Даже, на мой взгляд, очень красивая, если учесть, что она весит не очень много и бесплатная. Ссылки все, напомню, в описании будут под видео, в виде одной большой ссылки, там откройте, посмотрите все игры, которые я проверил на данном компьютере. Возможно, я попробую загрузить данный компьютер какой-нибудь совсем тяжелой игрой и посмотреть, возможно ли будет сыграть в какую-нибудь явно тяжелую игру. Но это уже будет в следующем видео, в зависимости от того, сколько данное видео наберет просмотров и будут ли большое количество там лайков и так далее, комментариев и желающих какую бесплатную игру я бы мог попроверить. Как-то вот в видеоигры я не особо играю, не очень хочу пока что-то покупать, но может быть потом, в дальнейшем, подумаю над покупками игр тоже. На этом у меня все. Благодарю за просмотр. До встречи в следующих видео.